результате совместных проведенных проверочных мероприятий пограничным управлением ФСБ России по Саратовской и Самарской областям и Саратовской таможне в одной из фур, следующих из Казахстана в Россию, выявлена крупная партия незаконного перемещения табачной продукции в количестве 122 818 пачек, всего 14 наименований. Производство Украины, России, Казахстан, Узбекистан. Данная товартия-партия на этапе перемещения через государственную границу Российской Федерации в транспортном средстве была укрыта мешками с солью. Согласно товаросопроводительным документам, в транспортном средстве перемещалась только поваренная соль в количестве 667 мешков общим весом брутто 20 тысяч килограмм. Документы на табачную продукцию отсутствовали, как и российские акцизные марки. В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 20 февраля 2010 года номер 76, с 1 января 2011 года ввоз на таможенную территорию табачной продукции, не маркированной российскими акцизными марками, запрещен. По предварительным расчетам, сумма уклонения от уплаты акциза в таможенные органы Российской Федерации в результате перемещения данной товарной партии составляет свыше 6 миллионов рублей. По результатам совместных проведенных проверочных мероприятий Саратовской таможни возбуждено административное дело по статье 16.3 КОАП РФ «Несоблюдение запретов и ограничений при перемещении товаров на территорию Российской Федерации».